На первый взгляд, эта настольная игра может показаться легкой, однако, чтобы умело закатывать шары в лузу, необходимы физический навык и самообладание. Здесь присутствуют настоящие фанатики бильярдного спорта. Те, кто регулярно тренирует точность своего удара. В турнире по бильярдному спорту в Бийске приняли участие 34 человека в возрасте от 16 до 65 лет. Помимо горожан, побороться за первенство приехали жители Барнаула и Белокурихи. Эти соревнования в Наукограде впервые прошли с официальным статусом – чемпионат Алтайского края. До этого мы проводили турниры много раз, неоднократно, это ежемесячно даже делаем, но официальных соревнований не было никаких. Это вот сегодня первый раз за историю бийского бильярда, так скажем. Чтобы хорошо играть в бильярд, нужно быть внимательным и усидчивым. Но самое главное, говорят эксперты, необходимо по-настоящему полюбить это дело. А еще это тот вид спорта, который можно поднять на более высокий уровень. На данный момент он не так сильно развит, к сожалению, как это было там 10 лет назад, когда у нас были хорошие игроки уровня международного класса. Это Данил Богушевский, Дмитрий Стороженко. Вот. Сейчас чуть поменьше у нас таких титулованных спортсменов, но в целом есть ребята, которые показывают хороший уровень на Сибирском федеральном округе. Нужно, чтобы новые дети приходили, чтобы происходила смена поколений, чтобы не играли только те люди, которые уже давно в этом виде спорта, а чтобы было привлечение новых ребят, молодых талантов. Участники чемпионата играли в комбинированную пирамиду. Это одна из разновидностей русского бильярда. Принцип простой – забей сам, не дай забить другому. Чтобы выиграть партию, нужно загнать в лузу 8 шаров. Формируются пары, победители идут дальше, проигравшие в отдельную группу падают. И вот таким образом месимся все. И по итогу остается 2 человека, финал, чемпионство и так далее. В результате этого замеса в финале встретились 2 бийчанина. Партия была напряженной. В итоге второе место на этих соревнованиях получил Станислав Мотырев. Первое место и кубок чемпионата у Игоря Миляева. Алена Кисеева, Илья Петков, «Будни».